Ой, емпорой просто для мене гіменой наун едзетум мелусан простас атхенас плеосастре. Так, гіменой нота Какой-то глагол? эйми. Нет. Нет. А тогда может быть гиеми. Это, по-моему, это вообще глава на гиме в основном. Это гиме, да. Тогда Одно из значений гиме надо выбрать, да? Какое-то. Подходите. Ну, основное, перейдите, что там дальше. да, так. Торговцы, Да. ну можешь что-то типа выслали корабль на берег, А где выслали? ну гейминой, ну не Не, ну выслали, подождите, вы да, глагол перейдите. Глагол, видите, вот он. глагол эдзетум, да, ну как бы намереваясь, Нет, а самое первое значение какое? Затем. ну, Ну искать. вот. Какое-то время SDT, точнее, SDT, да? Имперфект. Искали. И помните, какие у нас значения перфекта? Либо продолжительное действие в прошлом искали, либо начали искать начинательный перфект, либо пытались найти, да, деканату. Как хотите, искали, пытались Да, найти. ну, искали, пытались найти. Чего? Акузатив. Мелусан. Нет, now. А, искали корабль. А, да. А теперь Мелусон, да, потому что она... Намереваясь, да. Нет, Намерева. не. Мелусон с чем согласован? Ну, смотрите, на он какого рода? Корабль, который, да, который намеревается плыть, будучи поплыть в Афины. Да. То есть, смотрите, у нас глагол «мэлло» в виде причастия женского рода в аккузативе. И после «мэлло», неважно, причастие это или глагол, у нас стоит инфинитив в будущее время, как обычно и бывает, да? Корабль они пытались найти, который отправлялся, можно сказать, для того, чтобы поплыть в Афины. А теперь они, эти купцы, да, торговцы, они гиеменные. Йемен это, наверное, Да выброшенное на нет, это берег. нет, бросившиеся. Устремившиеся, понимаете? А. Давайте откроем. Откройте, значит, этого дворецкого, да? Вот смотрите, какое значение тут хорошее. Восьмое. Вот вам не нравится восьмое? Устремляться. Да, идеальный. Можете теперь все вместе, если не трудно. Да. Торговцы, устремившись на берег, стали искать корабль, намеревающийся плыть в Да, Афины. торговцы к гавани бросившиеся попытались, стали пытаться или начали искать корабль, который планирует отправиться плыть в Афины. Вот так вот. Ну, слушайте, это уже вторая часть от Хенесде, да, уже конец близок, тут предложения относительно сложные пошли. Так, давайте, Анна, попробуйте. Второе. Hoi men, presbeis eipon ten archen afete, leut heran o athenaioi ei bulist heten ei renen einei. Послы сказали, и вот здесь афими, значит, в аористе, нужно какое-то значение подобрать. Нет, это не аорист. Афите. Точнее, нет, извините, это аорист. Не Это аорист? аорист, Ага. аорист, извините, аорист, это время аорист, а какое наклонение, вот скажите? Императив. Да. Да, я просто думаю, какое выбрать значение. Контекст, помните?
Там что-то голосовали за войну. Кто-то у нас в группе какие-то провода перерезает, прям слышно. Так, кто-то не включил микрофон. Может быть. Это... Знаете, что такое архе, тут надо понимать. Архе это вот это морской союз, видимо, афинский, да? Империя афинская. Ага. Может быть, если вы отвергаете, ну, как бы, расторгаете. Тут, видите, лефтерон прилагательное еще есть, да? Свободно. Если, ну, если вы оставляете архе свободной, если вы вот эту архе, там, понимаете, вот эта архе во главе с Афинами, ее цель была какая изначально? Совсем не та, какой она стала впоследствии. Впоследствии это стала просто империя на благо самим Афинам, да, на пользу исключительно самим Афининым. Но изначально это был союз из разных полисов такой, да, федерация такая, если хотите, да, свободных полисов. И вот послы, видимо, спартанские, говорят: «Эй, афиняне, вот оставьте вот этот союз свободным просто, просто оставьте. В смысле, позвольте ему быть свободным, наверное, можно так перевести. Если, да». Если вы хотите мира. Ну, чтобы был мир буквально, да? Если вы хотите, чтобы... Дальше маленький такой акузативский фильм, чтобы мир был. Все, да? Понятно всем, да? Так, Евгений. Годе переклес, то есть это наис, паренес, это нархен, ме афейней. Смотрите, там было мен в предыдущей фразе, а здесь де у вас, да? Послы-то спартанские сказали, вот делайте так. А, го Перикles. Так, да. А Перикл, значит, убедил Ну да. Афинян, Да. значит, Архе, ну вот этот союз, эту власть не как бы не отпускать. Ну, не распускать, наверное, да, архе. Это инфинитив От аорист того же просто. глагола, от которого аф это афиями, да? То есть послы сказали, ну, может быть, даже не ставьте, не оставьте свободное, а может быть, даже распустите это архе. Вот. Не знаю, до какой степени полностью распустить или просто сделать его свободным. А Перикл Афинин убедил не распускать, не освобождать, так сказать, связи внутри этого архе под руководством самих Афин, да? Не распускать, не освобождать. Тут просто, чтобы точно сформулировать, надо быть историком. Вот. И особенно по этому периоду специализироваться, да? Какой-то глагол? Тот же самый, везде один и тот же гиме. Убедить. Нет, убедить. А. Парайнео. Парайнео. Есть такой жанр паринеза. Жанр убеждения, по-моему. Так. А, четвертое Эдуард, да? Тон Пелопоннесион те атике просхорунтон эдейтус ауторгус тасойкис афентасесто астю ксюналтхейн. так здесь кажется генитивус абсолютус, то есть пришедшие пелопоннесцы в Аттику, да? Когда пелопоннесцы пришли в Аттику, наверное, вот так нужно сказать, они сделали эдей, да. Подожди, этот генитивус абсолютус уже закончился. Да, нет, я понимаю. Но вот когда они пришли, они, наверное, эдей ту Но авторгус. уже не они, да? Ну Абсолютус да, не, закончился уже. такого не может быть, да, ведь. Так, ладно. Что такое Эдей? Но это сингулярис должен быть. Кто-то он, да, Перикл, что ли? Да, получается, эдей. Это део, наверное. Но это же безличный глагол. Это део ведь, правильно? Део. Део имперсональное, Я то есть это пыльнутаться. да, и я бы, знаете, просто хорео более энергично перевел.
Не просто Вторглись. вторглись, да, скорее тут, наверное, можно же так перевести, да, проскорее. Наверное, да. Или все-таки, наверное, не вторглись, а приблизились, да? Ну, с агрессивными целями, естественно, да? Так, ладно, сейчас попробую тогда. Ну, короче, когда пелопоннесы вторглись в Аттику, была нужда, чтобы, наверное, да, Автаргус, была нужда, чтобы земледельцы, Афентас Асайкес, то есть, вероятно, бросили свои дома и собрались в городе. Ну да, я думаю, так надо перевести. Да, бросив Афентос. Это опять Афиими, да? Афиими. Ну Только это у да. нас причастие ауэрсное в акузативе мужского рода. Ну да, я так и подразумевал, просто не Мне сказал. кажется, надо будет потом перечитать эти фразы. Да, они хорошие. Вообще, очень сложно запоминается второе спряжение. Очень сложно. Многие так его не запоминают, на самом Можно легко первое забыть, пока деле. Вот второе еще именно, ищет. да. И забыть, сколько вообще их, да? Так, это как бы да, то есть. Кстати, а это какое время вот это? Наверное, там, по-моему, аорист был. Нет. Нет? Просхорунтон. Ну да, там было бы. И что это, что можете сказать про это причастие? Ну, от глагола просхорео должно быть. Ну что оно здесь синтаксически, как оно работает? Но оно задает генитивус абсолютус. Это глагол, получается, ну, сказуемое. Время какое? А время, ну, и не помню, какое. Марк, вы можете объяснить, как работает просхоронта здесь? Просхоронта. Ну, это presence, и поэтому в придаточном предложении, если причастие presence, то это значит, что или здесь это не работает с Работает, работает, Gentius работает. Absolutus. Да, значит, это происходит одновременно с главным предложением, Да. с действием в главном Да, предложении. вы поняли? Да, вы просто перевели после того, как они вторглись, да? Я уже не помню, как я А перевел. тут одновременно эдой и просхоронтос, то есть поскольку, я бы сказал, приближаются пелопоннесы, поэтому или в то время, когда приближались пелопоннесы, появилась необходимость насущная, чтобы земледельцы, или как вы перевели, ремесленники, да, в Тургос, покинув дома, собрались в Аористе в город. В городе, да? Не знаю, я, по-моему, перевел когда. Я Gentius Absolutus всегда пытаюсь когда А перевести. вот Я не помню. не надо всегда одинаково переводить, надо просто понимать, как Марк нам объяснил, да, что если причастие стоит в настоящем времени, это значит, что действие одновременно с этим глаголом происходит. Не после, а прямо одновременно. Поняли? Эдуард? Да. А, просто вы молчите, да. Одновременно. А если бы тут был аорист, то смотрите, да, то сначала бы они вторглись, или сначала бы они приблизились к Аттике, а потом эдой, после этого возникла нужда. Такой нюанс есть. Вот, просто заметьте для себя его. Для более точного перевода, да? Так, давайте дальше, Марк. Пятое. Гутос, Годулос, Девро, Гиеменос, Элтхен, Гопос, Гемас, Эк, Киндюну, Сосе. Этот раб, устремившись сюда, пошел, ну, пришел, Пришел. наверное, Элтхен пришел, чтобы спасти нас от бедствия. Из опасности. Из опасности, да. Да. Ну что, да, дальше тогда все понятно, да? Добросившись сюда. Устремившись сюда. Анна, шестое. Ойкаде ун гименой тон патера, айтомен аутон леутхерон афейной. Устремившись домой,
мы этомен, да, значит, мы попросили. Вот смотрите, в предыдущей фразе там было гопососе, да? Это был конъюнктив. Почему там был конъюнктив гопососе? Ну, это как гина, целевое придаточное. Да, да, а здесь она что такое? Это конъюнктив, видите, омегу долгую, да? Конъюнктив вижу, да. Первое лицо, мы, да? Значит, это какая функция этого конъюнктива? Функция, даже не знаю, сомнения. Мне кажется, или... адвертативус, давайте, да? А, давайте. Давайте-ка мы... Бросившись, побежав домой, давайте-ка мы айтом интопатера. Попросим отца, значит, отпустить да. Его свободным. Да, то есть вот этого раба хорошего, да, который спас нас от опасности. Давайте-ка мы пойдем домой, бросившись домой, побыстрее, да, вы когда именно. Чтобы этого раба побыстрее освободить, да. Чтобы он освободил раба, отец семейства, да, может это сделать. Так, давайте, Евгений. Гемангюне, меа фестон дулан оанер эфа. Значит, а жена... Это конъюнктив ауриста, значит, ну он тоже побудительный. Ну, запретительный скорее, да, здесь? Точнее, запретительный, да. Не, жена сказала, не отпускай раба, о муж. Да, можно сказать, даже нашего раба конкретного, да, вот этот вот тон, да, сказала жена, не отпускай. Обратите внимание, видите, анер, как написано, да, с краткой эпсилон, потому что это вокатив. Там в вокативе чистая основа, не растянутая, такая коротенькая, видите, эпсилон. Так, Эдуард. Ходеанер тондулон афейсат хенадзе гетогина алондулон он этой. От хенадзе, давайте по-модному говорить. Я сам переучиваюсь, от хенадзе. Да. Человек, оставив, видимо, раба, оставив раба... Ну, наверное, не оставив, освободив таки, да? Да, освободив раба, пошел вот Агейму, ну, стремился, да, наверное, стремился... Это Гейми ведь, да? Везде Гейми, то есть бросился быстро, да? Куда? В Афины, чтобы приобрести другого раба. Именно так, да. Гина с конъюнктивом, да? Гина он этой, да? То есть они, видимо, без раба вообще не могут. Хорошего отпустили, надо нового купить. Вода отхнаяй, эпей тхонтоте, то переклей, кай эсекомидзонто, эктона грон, пайда скай гнайка, скай тен ален, кадаскеуэн, хе, кат ойкон эхро, что там, эхрой? Эхронто. Эхронто. До сих пор, да? Да, да, да. Да. Дополнено, да. Афиняне. Я понял, про что это. Сейчас, да, афиняне. Послушались, ну, были убеждены. Послушались Перикла и Эйскомидзо. Так. Эскомидзо приносить. Ну, увезли, может быть, с полей детей и жен, и другое Катаскеоэн. Кадаскеуэ... Может быть,
Утварь. Утварь, да. Которую утварь, которую Эхронто. Храумой, наверное. Значит, которой пользовались ну, дома. Да, про женщину тут плохо написал. Я думаю, что Пайдес тоже, возможно, кстати же, не дети. А может и дети Пайс. Не рабы ли это здесь? Может быть и рабы, но скорее всего все-таки дети, детей, жен, и то, только не другую, а остальную утварь, да? Остальную, да-да. Да, которые, да. Которые они пользовались дома. Угу. Или... Имеется в виду, что, видимо, под утварью понимаются все, кроме граждан, которые могут голосовать. Женщины, дети, животные, мебель, видите, как... Ну, такое патриархальное общество очень, да. Это, знаете... Да, давайте, Ваня, дальше почитаем. Давайте дальше почитаем, дальше виднее будет, о чем это. Анна, давайте. Пробата декай его к сюге. Сдюге. Ага. Юба дзюге, эстен элбоен, эпимсан, кайтас, несус, тас, викейменес, халепеде, аутоис, гигнато, ге, анастасис, диоти, ай, и от, хасан, хой, палой, энтоис, агройс, окейн. Так, значит, овец, ну или скот, и вьючных животных uh-huh. отправили в Эвбею uh-huh. и uh-huh. прилегающие острова. Да, точно. И, да, острова, находящиеся близ побережья, да, прилегающие острова, да. Uh-huh. Значит, сложно. Сложен. Анастасис. Вот теперь надо понять, что такое анистанта и что такое анастасис. Да? А, ну как бы восхождение, подъем или какое-то сооружение. Смотрите, это, видимо, имеется в виду тот самый эпизод, связанный с Периклом, эпизод Пелопоннесской войны, когда спартанцы прям уже сильно наступают, и для того, чтобы живущих вне Афин жителей этого полиса спасти, их всех... Видимо, собирают внутри Афин, после чего там чума начнется. Тогда анастасис, это имеется в виду перемещение, переселение. Получается, а в Тургой и Анистантой, это значит, вот эти земледельцы, они переселяются. Как это было в Советском Союзе в 20-е годы, да, активно, 30-е, наверное, да, когда сельские жители активно... заселяли города, да, такая индустриализация, только тут такая поневоле, да, поневоле они бросали свои любимые огороды, поля, жилища, в смысле сельские, да, и переселялись в город, становились городскими жителями на время, да, на время войны. Вот. Угу. И халипы, видите, для аутойс. Да, вот это переселение оказалось сложным для них. Да, почему? Потому да, что... да. И от Тесан... это, может быть, химия? Нет, это этхо, быть привычным, потому что они привыкли. Идет. Потому что они... Не они, а многие. Многие привыкли жить в полях. Ну, логично, да. Вот я про что я и сказал, собственно, да. Потому что они в плюс квамперфекте, на самом деле, формально, но мы можем, наверное, обычным имперфектным. Потому что они были уже приучены в полях жить в течение многих лет, естественно, сельские жители. Да, кстати, вот видите, по-итальянски написано, что «Эйскумидзу май порту дентро инчита», да, это «Эйскумидзу», то есть они... Что значит «Эйскумидзу»? Я не помню, как вы, Марк, перевели уже, я все забыл.
Ну. Отослали, вывели. Но тут скорее, видите, они наоборот переправили внутрь города Инчита. Своих вот домашних, детей, жену, там прочее, живших вместе с ними в селе, в провинции, внутрь города, в Афины. Как это по-русски сказать, я не знаю, ну, вселили, отправили в город с полей всех их. Так, текст немножко сложный, да, такой? Евгений, давайте следующее. Барюн он тоте киасте каталейпунтес кайхера диаэтанте меланте метабалин. Так. Они удручались тем, что бросили. Но я так понимаю, что у него причастное такое управление у этого барюна. Удручались тем, что бросили дома и святилище, и тем, что им, ну, как бы в будущем пришлось бы переменить диету, но, видимо, образ жизни. Да, на городской, сельского, да. Да, поскольку они покидали. Вот, кстати, обратите внимание, тоже какого времени это причастие? Это самое обычное произносное. Презентственно, да. Настоящего времени. Но это не значит, что мы настоящим временем его переводим. Это значит, что он одновременно с Эбарюном-то происходит. То есть покидая, оставляя свои там храмы какие-то родные, сельские, да, жилища, они именно поэтому испытывали депрессию. А также потому, что им предстояло поменять образ жизни. Да. Хотите еще одно? До сюда. Посмотрим. Давайте. Эпэдэ дэ афиканта эстуастю алигуэс мэнтисин гюпэрхон ойкэсэс. После того, как прибыли в город, только немногим каким-то из них, ну, не, только у немногих каких-то из них имелись в наличии, ну, где жить, дома. Да, так сказать, прописка у них, ну не прописка, как место проживания было у ИКСС, да? Их там не ждали, там же все квартиры, так сказать, заняты афининами. Так, афик он-то какое-то время, имперфект или аорист? Это аорист. Да, Так, давайте тоже по два читать, теперь все это оставили. Давайте, Эдуард, да? Вот и полота эрематес полюс окасан кайта гера. Кай катаскеусан то кай энтос пюргойс тон тайхон полой кай гос рекастос по эдюнатон. Многие же поселились, видимо, в каких-то пустырях, городских пустырях, и в городских пустырях, и в храмах. Заселили, можно сказать, и пустоши какие-то, да, и храмы. И то, и другое, наверное, здесь жутко дискомфортно, да, для жизни, я имею в виду, да, по крайней мере, да, не для прогулок. Да, отлично. Хотя, Так. знаете, вот эти хойполои, это, может быть, имеется в виду чернь, в смысле простые люди, то есть богатые, может, люди заселились хорошо, а хойтополой, то есть обычные люди такие, да, небогатые. Чернь, Может быть. чернь. Я недавно это Ницше листал, там он говорит, Сократ, там, он же из черни, да? Вот это такие родственники Сократа, да, можно сказать. Так, какие дальние. Ну. Так, и что они еще сделали? То есть они короче, в башнях стен Да. многие как хосхекастос по отдельности, да, по-моему, это перевели Какое слово? хосхекастос, это А не по где вы отдельности. эти госхэт? Я вообще не понимаю, о чем вы. А! Полой. То есть, а вы начало-то еще не привели вроде, да, катаскивасом-то? Да, я просто еще не знаю, как тут это перевести, И вы катаскиватзе. думаете, вам поможет госхэкастас, да?
Ну, может быть, да. Это знаете, как некоторые художники непрофессионально рисуют портреты, да? Они не умеют голову рисовать. На самом деле, самое сложное в портрете голову написать, да? Ну, объем задать. Они начинают глаза рисовать. Такие, зрачки такие, ну, красиво-красиво рисовать. Реснички там подрисовывать. Какие-то детали, да? Делать. Ну, не надо. Ну, мне кажется, тут обустроили, наверное, обустроить. Да, надо с главного начинать. Обустроили, ну, обустроились только, да? ну да. И Да. обустроились и в башнях стен. Ну, многие обустроились в башнях стен. И Госхекастос, наверное, может быть, даже не Давайте начните Госхекастос. с пул лучше, да? И где? И где? Каждый смог. Мог, короче, И понятно. как, где каждый смог? То есть где попало? Кто где попало? Смог где-то там за храмом в хижине какой-то? Пожалуйста. Если в какой-то башенке у крепости, у Кремля, там засел, да? Места не хватало. Из-за этого чума-то и началась. Из-за того, что людей стало очень много, они жили как попало, и гигиена вся, по сути, исчезла, любая, какая бы то ни была гигиена. Так, ну что, все, да? Давайте дальше. Сейчас кто? Сейчас Марк, да? Пожалуйста. У горы Хорсе ксюнал тхонтас аутус полис алюстерон де та те макра теха окесан кайту перайос та пола Да. ведь хоризон отделять разграничивать. Город, да? Начните с подлежащего. Да, ведь город не раздел как сказать. Не по-итальянски переводится. Помещать. Видите, как уйка себя не переводит. Абитационе, то есть место проживания, да? Видите, контенго. Контенью, наверное, будет, да, звучать. Хорео. Вы сказали не вмещать, да? А нет, не Не сказал. вмещать, в смысле не... Не вмещал. Да. Это хорео, да? А, хорошо, я искал Харидзу, да. Ведь город не вмещал Сюнеркума, собравшихся, да. сошедшихся. Их собравшийся город не вместил в аористе, да? Не вместил, да. И, но Да. какая-то большая стена. Это длинные стены, да, так называются. Длинные Их потом по стены. окончании войны, ведь Афиняне проиграли войну, да, эти стены снесли нафиг. Но они тогда-то они еще были, да, и они заселили Окосен, видите, Ойкео. Видите? Да. И они заселили большие стены, большую стену. Длинные стены, да. Последствия потом, да. Потом Юстерон. И Видите, по-итальянски, большую часть. большую часть Пирея. То есть они жили и в порту, и в стенах там дырки делали, там, может быть, какие-то башенки были, да, и город весь был заселен, там, перенаселен и так далее. Где как мог, да, Хосхэ Кастос по Эдюнуту. В зависимости наверное, от денег, да, у кого денег, сколько денег было. У кого денег не было, эти вообще жили в стенах на время войны. Так, что закончился на этот кусок, да? Так, ну вот. Можно притвориться, что мы знаем итальянский. Так. Что-то тут Это, кстати, в нашу тему про Перикл все, да, видите? Демократия афинская, да, тут говорится про устройство демократии, вот Акрополь, про остракизм тут что-то говорят, видите? Знаете, что такое? Все знают, что такое остракизм, да? Вот это Перикл наш, чью речь мы сегодня будем читать, да? Здесь у него сидит богиня убеждения. Как в детских учебниках, знаете, рисуют.